Не унывай, душа, не падай духом. И не страшись за будущность свою, ведь неужели Бог тебя оставил, не слышит и не видит жизнь твою? И разве нет бальзама в Галааде? В Ефезде нет живой воды, и исцелений нет уже, как прежде, и прежние промчались дни. Так неужели Бог наш изменился? Не стало силы, чтобы помогать, как будто где-то притаился, и не спешит на зов ответ послать. Закрыл лицо, и я смутился, и, кажется, просвета нет, и вновь в сомнение погрузился, и вновь не вижу я рассвет. Бог доверяет нам пустыни, и не всегда спешит на зов ответ послать, не объясняя нам причины, в нас верность хочет увидать. А мы, не доверяя, часто плачем, и сердце вновь внутри болит, сомнения внутренности рзают, и страх всю душу тяготит. Мы устаем и руки опускаем. Нам хочется без трудностей идти, не понимая, забываем, что Бог ведет по верному пути. Не сделал Бог ошибки в нашей жизни. И если мы доверились Ему, Он силен пронести через все невзгоды и просияет свет, рассеяв тьму. Мы проживем, нисколько скажет врач, нисколько он диагнозов поставит, нисколько выводов он даст, а сколько Бог ни жизни предназначит. У Бога под контролем наши дни, отмерено все до секунды точно, и вдох, и выдох также сочтены. Бог держит нас за руку очень прочно. Не изменился Он. Он тот же Бог. Он Богом был и будет впредь. И если слово скажет Он, не обожжет огонь, не спалит печь, в пустыне воду ты найдешь. Голодные и злые львы во рве не смогут растерзать. А если даже и не так, мы не поклонимся иному Богу, кому идти, где силы брать? Ты пролагаешь нам дорогу. Не бойся будущих ты дней. Лишь одного бояться надо — утратить с Богом своим связь, утратить белизну наряда. Хоть многое нам и непонятно, в терпении будем ожидать. Ты Бог, дарующий нам благо, тебе мы будем доверять. Что унываешь ты, душа моя? И отчего смущаешься порою? Бог предназначил силу для тебя. Не бойся, говорит, ведь я с тобою. Аминь.